fantastic. You can brush my hair and brush me everywhere. Imagination, life is your creation. Здравствуйте, уважаемые любители аквариумистики! В этом ролике мы поговорим с вами о зверушках, которых похитили компрочикосы. Аксолотли. Вечно лыбящиеся, вечно довольные жизнью личинки амбистомы мексиканской, а также других амбистомовых созданий. Воистину, вкусы человеческие неисповедимы. Кто-то любит головастиков, кто-то опарышей, кто-то фанатеет от мушек-дрозофилок, ну а кому-то нравятся вот эти вот гуэмплены. Гуэмплен – это герой романа Виктора Гюго, человек, который смеется. Когда он был маленьким мальчиком, его похитили те самые компрочикосы и начали готовить его к тому, чтобы показывать за деньги в цирковых представлениях. И начали они по-жесткому, а именно изуродовали его рот, разрезав как Джокеру от уха до уха. Почему мы так жестоко отзываемся об аксолотлях, спросите вы? Во-первых, на ютубе и так полно мимимишных противных роликов о них. Должны же мы хоть чем-то отличаться от всего этого. Ну а во-вторых, детишки-абьюзеры, а также их родители загубили уже не один миллиард этих улыбастиков. Отчасти из-за того, что насмотрели тех самых ванильно-приторных мерзких видосиков. Итак, краткий энциклопедический ликбез. Аксолотль – это личинка, детская форма взрослой амбистомы. Амбистома – это земноводная амфибия, саламандра, если хотите. И фишечка аксолотля в том, что он аки Бенджамин Баттон, ну вообще не стареет. Он может всю жизнь прожить личинкой. И это, кстати говоря, не мешает ему жить полноценной жизнью, охотиться, размножаться и плодить новых аксолотлей. Эта удивительная способность к размножению в личиночной стадии называется неотения. В переводе с греческого «нео-юный» – «тения» – «растягивать». Проще говоря, при неотении развиваются пиписьки, ну то бишь половые системы, а все остальные системы органов сохраняют младенческую невинность. Такой вот получается подростковый пубертат, когда кое-что уже выросло, а мозг еще нет. Однако, как пели смысловые галлюцинации, вечно молодой и вечно пьяный аксолотль все-таки может превратиться во взрослого сурового дядьку. И как ни странно, для этого необходимы негативные факторы. Сейчас на ваших экранах естественная среда обитания аксолотлей. Живут они весело и счастливо, до тех пор, пока не начнет повышаться температура окружающей среды и пока в воде не станет снижаться уровень кислорода, а сам водоем не начнет пересыхать. И вот тогда у аксолотля редуцируются его внешние жабры, развиваются легкие, толстеет шкурка и он превращается в взрослую особь. Сразу оговоримся, что проворачивать такой финт ушками в домашних условиях не стоит. В 99% случаев эксперимент закончится печально. Аксолотль поклеит свои биоразлагаемые копытца и уйдет в страну вечного мотыля. Перейдем к самому главному, к содержанию этих водных собачек. Да, именно собачек, ведь в переводе с индийского языка «атль» – это вода, «ксолотль» – собака. Для содержания пары улыбчивых барбосиков необходим аквариум с фильтрацией и аэрацией. Молодым особям подойдет небольшой аквариум на 30 литров. Взрослым собачкам желательно подготовить аквариум на 100 литров. Важно понимать, что, как и рыбы, аксолотли не переносят завышенных концентраций азотистых соединений – аммиака, нитрита и нитрата. Поэтому обязательно не забывайте делать еженедельные частичные подмены воды на свежую, а также обзаведитесь недорогими капельными тестами, например, от UHE или Vladox. Важно также понимать, что аксолотлей крайне нежелательно содержать с рыбами, черепахами, лягушками и прочей всякой живностью. Мелких рыб аксолотли съедят. Крупные съедят аксолотлей. Кроме того, комфортная температура воды для собачек – это 19-21 градус. Для многих тропических рыбок такой температурный диапазон для содержания совсем не годится.
Что касается черепах и лягушек, тоже не круто. Они будут как соплеменники обмениваться болезнями, чихать друг на друга, кашлять, что тоже совсем нехорошо. Да и стычки тоже запросто могут происходить. Кстати, о драках. Если аксолотлю предложить любимую забаву Ивана Грозного и маньяка Чикатилы, оторвать ему руки и ноги, хвост, то аксолотль однозначно офигеет от такого перформанса. Однако со временем его конечности отрастут заново. Что, собственно, неудивительно, ведь процесс регенерации тканей присущ многим земноводным. В завершении ролика обратим ваше внимание на то, что если вы решите завести этих улыбчивых существ, обязательно перед покупкой изучите вопрос их кормления. Периодичность кормления зависит от возраста животного, а гастрономический рацион питания должен составлять живые корма и морепродукты. Помните также, что аксолотли живут в очень холодной воде, напоминаю, 19-21 градус. То бишь в квартире у вас должно быть не жарко, либо аквариум должен быть оснащен специальной системой охлаждения. Это очень важно. Однако, несмотря на то, что большинство аксолотлей предпочитает натуральные корма, иногда они могут с большой охотой употреблять в пищу и качественные сухие. Хорошим выбором станет питательный и полностью сбалансированный корм для амфибий – Tetra Repta Frog Granules. Он богат белками для оптимального роста и имеет форму гранул, которые легко заглатываются земноводными. На этом все, товарищи. Улыбайтесь почаще, дарите свои улыбки окружающим и будьте ответственным за тех, кого вы приручили. А меня зовут Печальный Астронотус, и это был первый аквариумный медиаресурс fanfishka.ru. Всем красивых улыбающихся аксолотлей и добра! Вечно молодым, вечно пьяным, вечно молодым.